Итак, давай на чистоту. М? У Уэлла появилась баба, которая теперь лезет в его сделки. Ты кого бабой назвал, чмошник? Я похожу на парня больше, чем ты, детка. Но твой голос абсолютно не мужской. Ха, смотри, ближе к делу. У Большого Ви мало времени на сделки с какими-то дерьмовыми гангстерами в убогих костюмах, так что я оказал ему небольшую услугу, закончил одну из его сделок. До вас дошло, уёбки? Зависит от того, есть ли у тебя мои бабки вообще. Думаете, я пришел бы на сделку наркодилеров без денег? Я, блядь, не такой тупой паук. Тогда покажи их. Как вы видите, деньги у меня все здесь. Что ты там говорил про то, что ты, блядь, не такой тупой паук? Ха, позволь мне разъяснить. Я приехал с бабками Вэлла, чтобы совершить сделку вместо него. А вы, мудаки-гангстеры, начинаете распоряжаться мной. Нахуя? Чтобы казаться крутыми, вы далеко не круты. Вы никчемны. Хватит! Я запросто распознаю таких слабых, как ты. Это легкие деньги. Вэллу по-любому плевать на эту сделку. Так и чё бы и не забрать бабло у тебя. Если будешь хорошо себя вести, я сохраню тебе жизнь. Ну что, идиот? Похоже, этот мудоёб не лжет. Вероятно, я где-то прокололся. Позволь сказать на вашем языке. На каком языке, да? Итак, что ты говорил? Ой, о, блядь. Энджел. Скажи мне, Энджел, какого хуя произошло? Энджел, детка, что я тебе говорил уже 1000 раз? Милый, не влезай в мои личные дела. Боже, босс, я прекрасно знаю, как проходят ваши сделки. Все это было продумано. Что? Что я сказал тебе? Оставаться в студии. Очень хорошо. А где ты был? Не в студии. Отлично, дорогуша. А теперь давай поговорим о том, как ты компенсируешь работу, которую ты пропустил. Я могу выйти в двойную смену завтра. Я думаю. Ты можешь выйти здесь, встать на углу и наверстать съемочное время, которое ты пропустил. Ты должен был устроить сегодня групповуху, так что у тебя может быть долгая ночка, сладкий. Да, сэр. И это все? Все, что пожелаете, мистер Валентино. Хороший мальчик, а теперь вон. Ёбаный высокомерный ублюдок, блять, тьфу. Ну привет, вижу. Оу, теперь сдам, я беру доплату. Нет, нет, нет. Нет, мы не хотим ничего такого. Не могли бы мы по-быстрому переговорить? Часики тикают, сестра. Ты твою мать плати, если хочешь тратить мое время. О, да, конечно, я могу это сделать. Хм. У тебя есть что-нибудь выпить в этой модной тачке? Ты уверена, что это тот, с кем ты хочешь поговорить? Хм. Да он хороший, я же вижу. Так, что к чему? Как я уже говорил, часики тикают. Ну? Как вас зовут, мистер... Энджел, Энджел Даст, порнозвезда? Я вроде как знаменитый здесь, сучка. Это важно? Неа, но эти слова могут просто вырваться из меня. Меня зовут Вэгги, это Чарли. У нас... Как вагина? У нас есть предложение для тебя. Твоя принцесса Чарли превратила одно из зданий ее семьи в реабилитационный центр для таких душ, как ты, которые, как мы думаем, имеют шанс на искупление. Наша цель заключается в том, чтобы отправить проклятую душу в рай. Хотя бы одну, чтобы доказать, что это возможно. Правда? Мы пока не знаем. Ага, ладно. Но мы хотим, чтобы ты был нашим первым испытуемым.
Потому что ты выглядишь как тот, кто сожалеет о своем жизненном выборе и заинтересован в раскаянии и самосовершенствовании. Почему я? А? Потому что мы весь день разговаривали с демонами, и никто еще не согласился на это. Смотри, ты получишь бесплатную еду, бесплатное жилье и защиту от постоянных опасностей ада, если ты согласишься принять участие в нашем запланированном деле и искренне попытаешься исправить свое поведение. Звучит неубедительно. Оу, только не говори, что тебе нравится стоять в переулке, ожидая, когда кто-нибудь заплатит за... Ты знаешь. Я не знаю. Прошу, закончи это предложение. Оу, Чарли, он не лучший кандидат. Мы просто поищем завтра еще. Эй, кто сказал, что я не хороший выбор? Я лучший выбор. Вы, бабы, не знаете меня. Я могу стать кем захочу. Тогда докажи это. Я в деле. Правда? Правда. Да, я на 3 месяца просрочил арендную плату, так что бесплатное жилье звучит чертовски хорошо для меня. К тому же, будет здорово, если не придется сосать жирный член домовладельца каждый месяц. Очаровательно. В любом случае, если это все, тогда я думаю, мне стоит вернуться к работе. Если вы, девочки, не хотите платить, мне все еще нужно сделать, а? Что это? Деньги. За... Помощь нам. А в чем подвох? Нет, это инвестиция в тебя. А? В тебе гораздо больше, чем ты думаешь, Энджел. Мы хотим помочь тебе. Фу, ладно. В смысле, мне правда не нужна никакая помощь. Так что, да. Окей, ну это... Спасибо. Будем на связи, да? Да, и спасибо тебе. Конечно. Искупление. Глупость. Верно, Накс? Конец.